Всем привет, с вами July Dance Family. Сегодня проводим разбор на NCT 127 to Daddies. Hi everyone, today we're having a tutorial on NCT 127 to Daddies. Разбираем припев. We're taking the chorus. На счет 7 мы с вами немножечко сгибаемся и шагаем и 8 и. У ребят идет переход. Чтобы на счет раз распрыгнуться на широкие ноги, стопы смотрят прямо, колени у нас мягкие, локти выходят в стороны. Голова уже, в принципе, смотрит на зрителя. То есть 5, 6, 7 и 8 и раз и. Как только мы на раз распрыгнулись, на и мы поднимаем корпус и показываем ручками 2. Дальше нам нужно запомнить движение ногами. Оно выглядит следующим образом. Правую ножку мы на носочке поворачиваем вовнутрь. То есть, по сути, мы бьем пяткой внутрь. Второй ножкой мы, наоборот, мы стоим на пятке и носком бьем в сторону. То есть, если вы знаете вот такое движение, где одна ножка поворачивается на носочке, то это оно же, только без подъема. Пум-пум-пум-пум. Да. Еще раз. Правая пятка вовнутрь, у левой носок раскрывается. То есть здесь пятка вовнутрь, а здесь носок наружу. Да. И мы будем делать это движение очень часто. Дальше. Отсюда. Ручками мы делаем. У нас было раз. Two baddies. Two baddies. One. Здесь мы уже показываем один. One. На push. Эта ручка идет сюда на базу. Вторая у нас будет уходить в кулак, делать замах с головой и возвращать нас на центр. После чего правой рукой мы делаем проворот и достаем снова два. В этот момент у нас корпус чуть-чуть выпрямляется на центр. Угу. И все это время на каждый счет у нас работают ножки. So it's gonna be 7 and 8 and 1, 2, baddies, 2, baddies, 1, push, 2, еще раз, 5, 6, 7 и 8 и раз, 2, baddies, 2, baddies, 1, push, boom, 2. То есть на это two, когда мы разворачиваем, у нас как раз стопы должны четко смотреть прямо. Дальше немного по баунсу. Когда мы делаем это движение, мы чуть-чуть смещаем корпус вниз. То есть за счет поворота стоп у нас немножко сдвигается корпус, и мы двигаемся чуть-чуть вниз. Здесь мы ныряем чуть-чуть пониже, останавливаемся в этой точке, и когда разворачиваем пальцы, у нас снова корпус находится на центре. Дальше у нас начинает работать правая нога. So, what I just said is, when we're doing this move, we need to move our upper body a little bit to the left and down. So it's gonna be two baddies, two baddies. Then one down, push down. So you need to make, it's not like pop, but it's like fixing points. Yeah, so two, 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 down. Yeah, so try to do this not softly, but like pointing every beat. Yeah, so we're here. После этого мы начинаем работать правой ножкой. Теперь мы делаем то же самое, что мы здесь делали, да, вот это движение, только теперь только правое. И вес у нас переносится вправо, вправо. То есть мы на эту ножку раз делаем, два. И после второго мы отталкиваемся, переносим вес сюда на левую. Дальше мы снова ставим стопу и разворачиваться будем в другую сторону. Угу. Что будет происходить с руками? Одна у нас так и была здесь. Мы здесь показали два. Two. На baddies мы подтягиваем руку к себе, вот сюда, к талии. Снова выводим вперед, хватаем ее второй. И снова заводим сюда. Дальше у нас будет такое движение. Мы будем кисть отворачивать в сторону. То есть мы ручку сюда, теперь сюда, пум. Да, то есть мы все еще ее держим и отворачиваем туда. И дальше эта рука, фух, будет рисовать большой круг сюда. Фух.
Эта ручка у нас придерживает нашу руку, и здесь мы перезаряжаем наше оружие, что есть рука. Чук-чук. Да. И делается это очень быстро. Та-да! И сразу руки идут вниз, где мы хватаем базу. Да. И делаем два движения вниз. Я советую штаны не хватать, потому что тогда получается грязно. Лучше что-то, что можно поднять. То есть футболка, она выше поднимется, ниже опустится. Потому что штаны получатся очень маленьким движением. Раз, два. И оба эти движения будут вниз. So, you finished it here. And you're doing like two baddies. Two baddies. One push. Руки сюда, hands on your base, and you're doing like one, two. Mm-hmm. Da, da, da. Let's put it all together. Five, six, seven, and eight, and one. Two baddies, one, push, dot. Two baddies, one, push. Da, da, da. Mm-hmm. Я думаю, второй раз на русском не надо, и так, в общем, все понятно. Двигаемся дальше. Мы сделали. One, two. Дальше мы переносим вес на левую ножку. Мы делаем на нее степ. Правая встает на носок, пятка у нас поднята. Меняем. В этот момент у нас корпус закидывается немножко назад. То есть мы работаем с вами не в бок, а назад. У нас левое плечо падает вниз, правое наверх. И ручки обязательно в таком в расслабленном положении. Раз. И в другую сторону. Два. Постарайтесь прям подать пятку на зрителя. Пум-пум. Да. И еще раз делается это движение, но теперь мы как будто снова держим руль, а второй ручкой помогаем. Ту-ту. Да. Но первый раз у вас активнее плечи работали, второй раз активнее рука. Пум-пум. Да. So, it's gonna be step on the left. Try to move your heel as far in the front as you can. Make your body lean on your back, like this, and move your shoulders like right and left. Then your hands going in this position and you're doing it. To the left side, to the right side. Yeah. So it's gonna be ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. After that, после этого, мы падаем на левую ножку назад, та-да, и перескакиваем сразу на правую, та-да. Отставляем левую в сторону и впрыгиваем на две ножки и начинаем корпусом качать. Раз, два, три. Это происходит еще из-за того, что здесь у нас колени чуть согнуты, и мы их немножечко выпрямляем, за счет этого у нас получается вот этот баунс. И далее будем приседать на заднюю ножку, чтобы у нас передняя согнулась в колени, и будем качать еще раз назад. То есть у вас будет вперед, 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 назад, назад. Руки в этом положении. Мы сделали ту-ту. Когда левая нога будет идти назад в крест, руки из этого положения идут кулаками в стороны, то есть мы делаем удар. После чего они возвращаются к вам сюда, и мы, топыря пальчики, ставим их возле рта, и будто бы что-то раскрываем. Раз, два, три. Потом левая будет опускаться вниз, а правая поворачиваться, открываться возле головы. Пам-пам. И этот кач мы будем делать отчасти благодаря нашей руке. So, after this, ta-da-da, we need to step to the left, right, left, and a little like jump. Two, three. With two moves with your upper body. Yeah? One, two, and three. And after that, you need to do it twice more, but to the back. One and two. And your left knee will be bent. So, hands. They're gonna do like ta-da, and then hit back. One, two, three, and one, two. All together, it's gonna look like so, ta-da-da, 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 ta-da, ta. One, two, three, ta and ta. Mm-hmm. Еще разочек медленно делаем все вместе. У нас получается та-та-да, сюда-сюда, пам-па-бам, хит, вернуться и впрыгнуть. Раз, два, три,
И спокойно. Раз назад. Два. Дальше у них идет переход. After that, there is a transition. Соответственно, так как переход у всех разный, они двигаются по-разному, мы все будем, мы делаем одну партию, центровую, будем одинаково переходить. Мы делаем степ на левую назад, на правую к ней и левую вперед. То есть 7, 8 и раз. So there is a transition, as I said, and there all of them are moving differently because of the sides they're dancing in. But we are learning the central part, and the move is left, right, left. And it's gonna be 7, 8, and 1. Mm-hmm. Дальше вот будут у нас разные партии. То есть будет партия слева, центр и справа. So after after that move, there's three different parts, like left one, right one, and center one, and the right one. I'm gonna show all of them, but when it will be speed, I'm gonna dance the center one, but because it's easier, and that's the one I am dancing. So watch carefully. But there are some moves that are just the same in all the parts. Есть части, которые одинаковы для всех этих частей, да, для всех, вернее, этих партий. С ними будет проще. Итак, мы закончили здесь, в этой позиции. Мы отсюда прыгаем на две ножки, да, пум, и мы правое плечо выводим вперед. И когда мы бьем плечом назад, мы немножко будто бы приседаем на правую ногу. Далее мы снова отпрыгиваем вправо, заводя плечо, и снова бьем плечом, приседаем чуть-чуть. Опять выпрыгиваем и опять приседаем. У нас будет три таких движения. 8 and 1. 2 baddies, 2 baddies, 1. Porsche. On Porsche. Да, мы делаем на Porsche, мы делаем последний удар сюда. Из точки. У нас руки раскрываются как крылышки, мы можем раскрывать их в стороны, можем раскрывать их немножко вперед, это не сильно принципиально, главное, чтобы они более плавно пошли. Вторая нога, она не прямая, она немного согнута, то есть push, да, чуть-чуть держите колено согнутым, не делайте здесь прямую ножку, обязательно согнутая. So, we're gonna make three these moves, like 7, 8, and 1. 2 baddies, 2 baddies, 1 Porsche. On the Porsche, move like this or like this and bended knee. And your weight is on your right foot. Now the difference between three of the parts. Теперь разница между тремя партиями. Left part, левая часть, they're dancing like. Они танцуют следующее. 2 baddies, 2 baddies, 1 Porsche. So, 2, 2, 1. Как мы уже поняли, да? В той части ребятки сразу делают прыг. 2 baddies, 2 baddies, 1 Porsche. If we're dancing central part, если мы танцуем центральную партию, то мы вступаем на второй счет. Central part goes 2 baddies, 2 baddies on count 2. So it's gonna look like ta-da-da. 1, 2 baddies, 2 baddies, 1 Porsche. And if you are dancing right part, the third one, they're going on third count. So 1 Porsche. И если вы танцуете партию за правого мембера, да, там, по-моему, Марк стоит, мы делаем 8 и раз. 2 baddies, 2 baddies, 1 Porsche. То есть мы присоединяемся на третий счет. В этом вся разница между партиями. Но дальше они снова разные. Next move is the same below your waist. But they have different hands. So I'm gonna show three parts again. Следующее движение, оно у всех трех сторон одинаковое внизу по талии, но разное в руках. Тоже сейчас покажу. Само движение мы делаем на первый счет степ на две ноги. То есть все, мы здесь сидим, нам здесь удобно. Дальше уже знакомое нам движение. Мы падаем на левую ножку, правую пяточку выводим вперед.
падаем на правую, левую пяточку вводим вперед. И этим движением мы немножечко продвигаемся в бок. То есть у нас будет push, ta, two, baddies, one, push. Угу. Все это время мы меняем вот так вот ножки. So, the move is just we did here, but we don't use shoulders much. We use mostly our legs. So it's gonna be push, point, two, baddies, one, push. And as far as you can see, I'm moving to the left with these moves because I moved here to the right and then I'm moving to the left with this move. Mm-hmm. Вы видели, что нас мы немножко сместились этим движением вправо, соответственно, возвращаемся назад влево. Теперь руки. Партии у нас тоже отличаются. Мы начнем с самых счастливых людей, это центр. So, if you're dancing central part, the center, this is the easiest move because you do literally nothing. Your hands are floating here or here or like they're free, so whatever. It's like push and you're moving only your legs. So it's gonna be one, two, baddies, two, baddies, one, push. So that's all that you're doing. Как вы уже поняли, центровые ничего не делают, они делают это ногами, у них нет рук здесь, они просто руки свободны. Можете приклеить их к базе, чтобы они не мешались, можете держать их сзади. Главное, ими ничего не делать. Правая партия. So, the right part. They did push. This move is the same for everyone. One. Then, they're doing... This move looks like a little bit like crump move, because you need to put a lot of force in your hand. Это движение мне напоминает очень сильно крамп, и, скорее всего, это оттуда, да, как бы и есть, потому что очень много мощи нужно вложить в руки. Мы делаем two, поднимаем нашу двоечку, two и бьем в сторону, baddies. Дальше что-то хватаем, two, и бьем вниз, baddies. So it's gonna be two baddies, two baddies. One push, the hands is staying here, so one push. It's gonna look like one push, ten, two, baddies, one push. Mm-hmm. So, two baddies, one push, one push. Dot, two baddies, one push. Okay. Теперь левая часть. Если вы танцуете слева, the left part. Вы пропускаете первых два движения, вы делаете их только ногами. Ту, ду. Дальше выступают руки. Вы поднимаете двойку здесь, над собой, опускаете ее вниз и дальше заводите ручку к плечу. Можно с единичкой. Two, baddies, one, push. Можно не просто ставить кулак здесь. То есть two, baddies, one, push. Они будто сбрасывают ручку к плечу. То есть two, baddies, one, push. И с ногами это будет выглядеть так. One, push, pump. Two, baddies, one, push. So, the left part, they are missing the first two counts, two baddies, and they're doing their only leg work, footwork. So it's gonna be push, dot, two baddies, one push. I guess everybody got these three parts. After that, everyone, like one, two, and three part, they're doing the same move. Я думаю, всем понятно, эти были партии, первая, вторая, третья. После того, как все закончили, напоминаю, первая партия закончит, вот левая закончит здесь, центровая партия закончит так же, как и была, как и начинала. Эти ребятки, у вас было вот это движение, и рука остается здесь. После этого все действуем одинаково. Нам нужно правой, а потом левой ручкой ударить себе по пяточкам. И прыжок тоже мне напоминает крамп. В крампе есть движение, называющееся стомп. То есть вот такой прокрут ножкой. И есть, соответственно, прыжки в стомпах. Вот мне очень сильно напоминает это движение, потому что нужно очень быстро перепрыгнуть. И ребята подкручивают ноги. Пам-пам. Но делают это очень быстро. So,
The next move, as I said, they're just for everyone. You need to touch with your fingers your heel, right and left. And this move, the jump I'm showing, I'm pretty sure that this move came from Crump also, because you know, there's a stomp move in Crump, and you're sometimes they're doing a jump with your stomps. So this looks just like this. You need to touch, and you need to do this little jump very fast. So it's gonna be, it doesn't matter which part are you dancing, these hands or these hands, it doesn't matter. So the center, they don't do anything. So it's like push, dot, two, bad is one, push, da-da-da. Yeah, so it's gonna be very fast. Как я уже сказала, это движение нужно сделать очень быстро, потому что дальше мы сразу переходим к следующей части. Выглядит она у нас следующим образом. Мы делаем степ на правую ножку, чуть приседаем и поднимаем левое бедро с коленом как повыше к себе, да, даем небольшой баунс. Суть в том, чтобы мы не вниз его сделали, а вверх и вверх и вверх. Три таких движения. С правой, с левой и снова с правой. So, three moves, right, up, left, up, right, up. And hands, руки. На первое движение мы два раза качаем правый вниз, то есть да-да-да. Второй делаем вот такое вот очко и держим его либо возле кепки, либо у глаза. И третье наше движение, левая ручка складывается на правую сверху. Раз, два. So, it's gonna be one, two, three, four, five, six. После этого нам нужно напрыгнуть на две ножки вместе и повернуть пятки в правую сторону. Как мы это сделаем? У нас руки сложены, нога задрана. В момент, когда мы прыгаем, мы бьем локтями в сторону. Потом мы делаем замах и поворачиваем уже корпус сюда. Глаза и голова у нас еще остаток смотрит влево. So, it's gonna be та-да-да. Та и та. So, left, boom, and right. Elbows to the right, body to the right, head to the left. И последний кусочек. Мы отставляем правую ножку в сторону, вес оставляем на левой. Потом с затяжкой подтаскиваем ее к себе, то есть приподнимаемся наверх. Приседаем, опуская корпус назад и поднимая левую ногу. А потом еще раз поднимаем левую ногу, только теперь у нас корпус будет подаваться немножко вперед. Еще раз. Отставили правую, левая у нас согнута в колени, и вес больше на левой остается. Потом подтянули ножку, подали немножко себя вверх, корпус назад, подняли колено. И второй раз накинули корпус к колену сюда. Руки оставались в этом положении. Мы протягиваем правую, оттаскиваем либо в диагональ, либо в сторону. Они по-разному делают. На дэнс-практике делают в диагональ, на перформансе делают в сторону. Я когда как делаю. То есть одновременно с ногой у нас идет рука. Дальше в затяг правая ручка идет наверх. Дальше мы продавливаем правую вниз. К колену и корпус уходит назад. Потом вытягиваемся, ручка идет у нас к козырьку опять, это опять в сторону. И кепку опускаем к колену. Или просто наклоняем к нему голову. И у нас получится с вами весь этот кусочек. Та-да-да, 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 та-пум. И дальше. Та и вниз и пам. Вот это движение будет rainbow. На bow надо будет наклониться. So, after this move, you move your hands like right, right up, then right down, then take your cup and make this move. So, this is gonna be like rainbow. And your legs, you're making a step to the right and all your weight is on your left foot. Then, putting your hand, feet all together, so ta, and, then down, and your body, lean to the back, so ta, and then rainbow, so your body, not to the back, but to the front, leans, yeah, palm, and this is the end. So, let's try to dance all these three parts all together. Давайте сейчас попробуем все три этих партии станцевать медленно под счет.
Я не буду считать как положено, раз, и два, и три, и четыре, потому что там очень своеобразный ритм, и все делается на текст. So I'm not gonna count like one, and two, and three, and four, because this dance is totally choreographed on the lyrics. So I'm gonna spell the lyrics, and let's call that singing. I'm gonna dance the left part, the right, the center one, and the right one. So let's start with the left one. Начнем с вами с левой партии. У нас с вами было, что мы такие стояли, 5, 6, 7 и 8 и раз. Two, babies, two, babies, one. Porsche. Two babies, two babies, one Porsche. Cha-da, down. Da-da-da. Da-da-da. Hand in hand. Da-da-da. One, two, three, and back. Da-da-da. Two babies, two babies, one Porsche. Dot. Two babies, two babies, one Porsche. And jump. Da da da. Da da da. Da da da. Ta ta. Ta da. Ta rainbow. The end. And now the central part. Теперь центральная часть. 5, 6, 7 и 8 и раз. Two babies, two babies, one Porsche. Two babies, two babies, one Porsche. Ta-da, pa. Ta-da-da, 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 ta-da-da-da. One, two, three, down and down. Ta-da-da. Two babies, two babies, one Porsche. Two babies, two babies, one Porsche. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da, da 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 da. The rainbow shine. And the last one is right part. 5, 6, 7, and 8, and 1. Two babies, two babies, one Porsche. Ta. Two babies, two babies, one Porsche. Ta da, pa. Ta da da, ta da da, ta da da, ta da da da. One, two, three, bum and bum. Ta da da. Two babies, two babies, one Porsche. Bam. Two babies, two babies, one Porsche. Ta da da da, ta da da, ta da da, ta da da, ta da da. Na-na-na-na-na-na, rainbow shame. Okay, right now I'm gonna dance it over 50% speed, 70, 85, and 100. And from time to time I'm gonna dance different parts, so you can watch all of them with the speed. Теперь мы станцуем под 50, под 70, 85 и 100% скорости. И каждый раз будут, наверное, разные партии, для того, чтобы мы на некоторые из них могли посмотреть. То есть я буду по-разному делать эти движения, но финальный селект ребята делают каждый свое. Вы можете посмотреть на него и понять, как двигаться нужно именно вам, если вы вдруг что-то не поняли. Ну и в заключении хочу сказать, если вам туториал непонятен, если какие-то движения вам непонятны, вы всегда можете найти себе другой туториал. Вас никто не заставляет это посмотреть именно нас. Во-вторых, мы всегда приглашаем вас на наши занятия. В-третьих, вы можете обратиться и онлайн заниматься у тренеров вроде меня, которые научат вас базе основных уличных стилей. Короче, меньше срите в комментах, больше перематывайте, учитесь, вникайте, старайтесь. И каждый раз, когда вам хочется написать какую-нибудь гадость в комментах, помните о том, что нам насрать. Мы любим тех, кто любит нас, и любим тех, кто нас не любит, потому что мы хорошие ребятки. More than man, look and more than she is.
Baby, what's your style? What you gonna get without my sandals? You go out.